Добрый день, дорогие участники творческого марафона «Цветочные послания» от Профом. Сегодня четверг, 8 февраля. Это значит, что наш марафон в самом разгаре. И сегодня выходят два новых мастер-класса по цветочкам Исфа Амирана. И один из них представляю вам я, Ольга Давыдова. Сегодня мы с вами будем делать иберис Исфа Амирана. Список материалов для ибериса мы вам предоставляли. Вчера он был размещен в нашей группе. И еще раз напомню, какие материалы нам потребуются. Первое, что нам потребуется, это, естественно, зефирный фоамиран. Мы возьмем белого цвета, можете использовать цвет айвори или молочный. Тут, в принципе, по цвету определяйте сами. В этом плане, как мы уже говорили, у нас полная свобода творчества, полная свобода выбора. По цвету фоамирана определяйтесь. Фоамиран потребуется зефирный, потому что лепесточки нам нужны будут очень тоненькие и такие воздушные. Также нам потребуется масляная пастель. По номерам мы вам их уже перечисляли. Напомню еще раз, это 210, 212, 216, 232, 241, 254, 258 и 259 цвета. Мы их будем комбинировать. Можно будет использовать их не все. Тут опять же также полная свобода в этом плане. Также нам потребуется желтая акриловая краска для тонировки маленьких тычинок. Потребуются ножнички, иголочка для того, чтобы обводить шаблончики. Потребуется металлический стек. Это для формирования, для придания формы нашим лепесточкам нашего ибериса. Можно будет использовать вместо него какие-то инструменты, кисточку или ручку, например, шариковую. Но вот с таким вот полукруглым маленьким кончиком. Диаметр вот этого кончика у меня примерно 5 мм, больше делать не стоит. Если есть бульки такие мелкие, можно использовать бульчики. Потребуется клей, потребуется тейп-лента светло-зеленого цвета, потребуется металлическая проволока. У меня медная проволочка зеленого цвета, диаметр ее 0,35 мм, очень тоненькая. Толще брать не советую, потому что цветочек очень маленький, воздушный, легкий. Цветочки соцветия очень маленькие, поэтому нам нужно будет максимально тонкая, потребуется максимально тонкая проволочка. И для основного стебелька мы будем использовать вот такую флористическую проволоку. У меня над диаметром 1,6 мм, можно взять 1,2 примерно мм. Ну, здесь тоже посмотрите, какая у вас есть под рукой. И потребуется также нам мононить, вот такая вот тонкая мононить для бисероплетения, 0,12 мм она у меня здесь используется. Из них мы будем создавать тычиночки для наших маленьких цветочков. И первое, что мы с вами сделаем, это вот такие вот маленькие бутончики для серединки нашего ибериса. Вот таким образом они будут выглядеть. Я сейчас покажу, каким образом их с вами будем делать. Это мельчайшие головочки, вот такие вот, имитация бутончиков, которые у нас располагаются в центре нашего цветочка. И делать мы их также будем из зефирного фоамирана. Сейчас у меня здесь подготовлено уже основное количество, я покажу, каким образом я их делала. Таких бутончиков потребуется нам примерно 20-25 штук. Можете делать меньше, можете делать больше, в зависимости от того, насколько большая у вас будет серединочка вашего ибериса. Также можно делать иберис совсем без бутончиков, смотря какой вид вы делаете ибериса. Поэтому смотрите по фотографиям и делайте, как вы только захотите. Я вам покажу принцип работы. Нам потребуется вот эта вот проволочка. Еще раз напоминаю, я использую медную проволоку диаметром 0,35 мм. Для создания вот этих маленьких бутончиков нам потребуется небольшой отрезок. Примерно сантиметров 5 нам будет достаточно. И на нем мы будем формировать наш бутончик. Также нам потребуется зефирный фоамиран. Я отрезаю полосочку зефирного фоамирана по ширине около 1 сантиметра. Можете примерно миллиметров 12 взять. А по длине мы сейчас будем с вами регулировать. Нам потребуется совсем чуть-чуть. Сейчас я вам скажу. Мы берем нашу проволочку и секундный клей. Кончик проволочки смазываем клеем и прикладываем к началу нашей полосочки, приклеиваем. Вот что у нас должно получиться. Я немного ниже проволочку приклеиваю кусочку фоамирана, для того, чтобы нам вот здесь можно было сформировать
такой остроконечный бутончик. Ну, это я сейчас покажу. И потихонечку начинаем скручивать нашу полосочку из фоамирана, проволочку закручивать в эту полоску. Здесь очень важно туго скрутить фоамиран, чтобы не было никакой дырочки вот здесь вот в верхней части. Делаем буквально 1-2 оборота, потому что бутончики очень маленькие, нам не нужно будет широких бутонов. И капелькой клея фиксируем фоамиран. Вот, посмотрите, лишние я срезаю. И получается вот такой вот бутончик. Буквально 2-3 миллиметра он у нас сейчас получается в диаметре. Вот здесь вот это основание. И сейчас мы с ним немножечко еще поработаем. Для этого нам потребуется утюг. Мы сейчас запаиваем наш кончик. И в пальчиках вот так прокатываем, для того, чтобы здесь у нас все хорошенечко склеилось. И далее мы спаиваем верхушечку. То есть накрываем на утюге и немножко запаиваем. Вот, слегка, сейчас ничего особенного не нужно делать с верхушкой, хорошенечко ее заминать, ничего не нужно, просто для того, чтобы фоамиран у нас дальше не пополз. И сейчас нам нужно будет нижнюю часть, делим зрительно пополам нашу вот эту заготовочку, и всю нижнюю часть вот так вот в пальчиках очень сильно, интенсивно прокручиваем. Чтобы у нас получилась вот такая вот имитация бутончика. Далее мы с вами хорошенечко прогреваем верхнюю часть фоамирана и делаем защип пальчиками для того, чтобы у нас получилось треугольное такое сверху основание. То есть вот посмотрите, оно у меня не круглое, а сверху имеет форму такой треугольничка. 3 или 4 грани у нас здесь нужно будет получиться. Для этого нам нужно будет зажать разогретую вот эту верхнюю часть бутончика между пальчиками. Вот таким вот образом. То есть, видите, наши пальчики сдавливают заготовку с 3 сторон. И при помощи этого сформируется такое треугольное основание. Прогреваем фоамиран хорошенечко. Прогреваем нашу верхушечку. И зажимаем в пальчиках. Немножечко поправляем форму, если это необходимо. Вот что у нас получается. Если форма вас немного не устраивает, можете проделать эту процедуру еще раз. Вот такой вот треугольничек у нас получается сверху. Имитация бутончика, который только собирается открыться. И еще раз подкручиваем низ. Можно его погреть на утюге, для того, чтобы у нас потом все хорошенечко склеилось и фоамиран уже больше не расправлялся. Прогреваем. Вот. Далее нам нужно будет тейп-лентой. Я ее предварительно разрезала сантиметровую ленту на 3 части, для того, чтобы она была более узкая. Нам нужно будет обмотать нижнюю часть нашей заготовки. То есть нижнюю часть бутончика и чуть-чуть проволочки. Полностью ее все не нужно обкручивать. Вот таким образом. То есть примерно 2 сантиметра проволочки я захватываю и нижнюю часть бутончика. Вот таким образом мы формируем наши бутоны. Теперь нам осталось только затонировать. Нижнюю часть бутончика мы тонируем пастелью номер 241. Верхнюю часть бутончика я тонирую пастелью номер 212, но не ярко, потому что цвет довольно насыщенный, а нам нужно получить вот такие вот нежненькие, красивые по цвету сердцевиночки. Бутончики центральные. Опять же, по цвету определяйте сами, смотря какой иберис вы будете делать. В зависимости от этого выбирайте подходящий цвет.
прямо пальчиком я наношу немного пастеля на пальчики и так вот слегка тонирую верхнюю часть. То есть, видите, полупрозрачная она у меня получается. Оставляю белый фоамиран, чтобы он просвечивал, потому что иберис у нас будет двух-трехцветный, у нас будет плавно переходящий цвет от белого к более такому сиреневому цвету. Вот. И нижнюю часть бутончика мы тонируем пастелью номер 241. То есть прямо вместе с тейп-лентой нижнюю часть бутончика я прокрашиваю. Вот, посмотрите, у нас получается переходик зеленый, белый и сиреневый. Вот, это работа над бутончиком, такая нам нужна. Еще раз повторю, что таких бутончиков нам нужно сделать примерно 20-25 штук, если вы будете делать такой же иберис, как у меня. Далее на каждом бутончике нам нужно будет сформировать имитацию чашелистиков. То есть вот на этой нижней части бутончика нашего мы делаем утолщение при помощи тейп-ленты. Просто берем тейп-ленту, разрезанную на три части, как я уже говорила, мы будем работать только с такой, потому что работа очень ювелирная, мелкая. Работать с тоненькой тейп-лентой будет удобнее. И начинаем накручивать ее на нижнюю часть нашего бутончика. Делать имитацию чашелистика. То есть нам нужно такую довольно-таки объемную нижнюю часть бутона сделать. И плавненько спускаем ее на стебелек. Вот, посмотрите. Она стала у нас более объемная. И немножечко тонируем 241 пастелью. Прямо мелочком можете нанести, либо на пальчики. И растираем. Вот такая вот имитация чашелистика. Можно сделать еще один вариант. Сейчас я вам покажу. Но здесь придется немножечко поработать. Нам нужно будет сделать вот такие вот звездочки. Для этого нам потребуется зефирный фоамиран. Я его уже растянула на утюге, как мы это обычно с вами делаем. Приложила просто кусочек фоамирана к утюгу и растянула. Держала до тех пор, пока фоамиран полностью не остынет. И для того, чтобы он остался ровненьким и у нас, так скажем, не собрался в складочки. Примерно 1 сантиметр нам по ширине нужна полосочка и 1 сантиметр по длине. То есть из квадратных заготовочек мы будем делать вот такие вот чашелистики. Я тонирую 241 пастелью эту полосочку фоамирана для того, чтобы она приобрела нужный оттенок. Я покажу на примере одного, поэтому не буду тонировать всю полосочку. Более активный по цвету можно ее сделать, не слишком бледная, чтобы она у нас была. Также можете использовать пастель номер 232. Это смотря, какая по цвету у вас получается зелень. И затем срезаю квадратик размером 1 на 1 сантиметр. И теперь вырезаем 4 лепесточка из этого квадратика. То есть визуально определяем центр нашего квадрата. Намечаем его себе ножничками, точечку ставим. И из уголочков к этому центру вырезаем 4 лепесточка. Вот такая вот заготовочка у нас с вами должна получиться. И далее просто на этот бутончик мы с вами в центре проволочкой делаем отверстие
и надеваем его на наш бутончик. Аккуратненько, чтобы не порвать фанером. Подгибаем его пальчиками сначала и затем просто фиксируем на клей. Чтобы было более аккуратно, лучше подклеивать каждый лепесточек отдельно. Вот это у нас получается. И чуть-чуть подкручиваем пальчиками внизу, чтобы у нас не торчали складочки. И можно немного потонировать пастелью номер 232, чтобы она у нас не была такая светлая. Вот такой вот бутончик у нас получается с чашелистиком. Здесь смотрите, какой вариант вам проще сделать, какой быстрее, и выбирайте для себя подходящий. Наши бутончики готовы. Я сделала часть бутончиков тейп-лентой, имитацию, так скажем, чашелистиков, и часть бутончиков сделала с лепесточками. Вот эти бутончики, которые у нас будут с лепесточками, мы потом расположим вокруг вот этой нашей центральной, вот этого нашего центрального элемента. То есть мы соберем вот эти бутончики вместе, а вот эти расположим по крайнему ряду вокруг нашей серединки нашего эбериса. Итак, бутончики готовы, мы переходим к следующему этапу. И теперь мы будем формировать тычиночки, стебелечки для самих цветочков. То есть вот таким образом они у нас будут выглядеть. Делать мы их будем точно так же на проволочке, на такой же 0,35 мм медной. И вот такие тычиночки сейчас сформируем на каждом стебелечке. То есть смотрите, каким образом мы с вами это делаем. Нам сейчас потребуется мононить, потребуется наша проволочка, также сантиметров 5 примерно для одного стебелечка. Выпрямляем его. И потребуется желтая акриловая краска. Вот она у нас. И клей. Каким образом мы с вами делаем? То есть сначала нам нужно будет сформировать сами тычиночки. Обычную мононить, вот эту вот для бисероплетения, 0,12 мм, я напоминаю, она у меня. Я беру и наматываю вот таким вот образом на пальчики. Делаю много оборотов. Достаточно. Затем снимаю с пальчиков и посередине надрезаю. У нас получается пучочек из вот таких вот мононитей. Мы держим, придерживаем его пальчиками и выравниваем по высоте наши ниточки, ворсиночки, для того, чтобы они у нас были одной высоты. Вот, что у нас сейчас выходит. И теперь нам потребуется зажигалка. Распределяем вот эти ниточки в веер, чтобы они у нас сейчас при нагревании зажигалкой не спаялись между собой. Вот таким вот образом распределяем в веерочек их. И сейчас мы будем делать имитацию головок наших тычинок при помощи зажигалки. Просто будем подпаивать краешки. Вот таким образом это у нас выглядит сейчас. Хорошенечко распределите. Чем лучше вы распределите, тем лучше. И затем, и теперь просто зажигалочкой подпаиваем краешки. У нас получаются вот такие вот мельчайшие головочки.
Так как Иберис цветочек сам по себе очень мелкий, то, соответственно, и все элементы у него, и тычинки, и все прочее очень мелкое. Далее, смотрите, что мы делаем. Теперь мы берем весь этот пучочек. Вот здесь он у меня получился довольно пушистый. Здесь из этого пучка можно сделать тычинки на два цветочка. Я их переворачиваю. Я их переворачиваю и лишние пока срезаю. Оставшиеся вот эти вот ниточки мы будем использовать для следующих тычинок. Вот они у нас лежат. Распределяю, так как у меня получилось здесь много тычиночек, я распределяю на два пучочка. Вот этого количества будет достаточно. И теперь запаиваю тычинки с другого краешка, для того, чтобы они у нас склеились. Нагреваю и пальчиками склеиваю. Немножечко их распределим, чтобы они у нас были попушистей. Вот такой пучочек получается. И теперь нам нужно будет их просто подклеить на нашу проволочку. Получается такое немножко плоское основание, вот здесь вот, где мы зажигалочкой примяли пальчиками. И вот на него мы сейчас приклеим нашу проволочку. То есть я наношу небольшую прям капельку клея на тычинки. И прикладываю проволоку. Вот такие получаются у нас маленькие тычиночки. И теперь нам нужно эти тычиночки просто окрасить. Окрасили наши тычиночки, вот таким образом они у нас сейчас выглядят. Для одного цветочка нам потребуется минимум 15 штук. Каждый вот этот вот стебелечек нужно обмотать тейп-лентой. Но каким образом, посмотрите, у нас вот здесь вот из-за того, что мы спаивали наши тычиночки, образовалась такая, ну, плоская площадочка, так скажем, или какая-то неровность может быть. Нам вот сейчас тейп-лентой нужно ее будет заровнять для того, чтобы потом мы, когда продевали тоненький цветочек из фоамирана, у нас фом не рвался. Туго-туго нужно будет вот в эту, вот в этой части обмотать наш стебелек тейп-лентой. То есть вот эту часть, где у нас начинаются тычинки, и немножечко от стебелечка, для того, чтобы затем у нас об эту проволочку, которая спаяна у нас от зажигалки, не рвался фоамиран. Вот таким вот образом, тоненько и очень-очень туго. Все наши стебелечки нужно вот таким же образом пройтись.
Сразу предвижу ваши вопросы по поводу того, можно ли заменить тычиночки на искусственные. Сразу отвечу, можно, но тогда нужно будет выбрать самые-самые-самые мелкие тычиночки. То есть, посмотрите, у нас, каким образом, видите, соотносится размер тычинки и вот этой вот заготовки, которую мы с вами сделали. Очень мелкие тычиночки желтого цвета. У меня просто для примера вот здесь вот зелененькие. 1-2 тычиночки в каждый цветочек нужно поместить, но предупреждаю, что это будет не так реалистично, потому что тычиночки очень-очень-очень мелкие. Если лень делать, заменить, конечно, можете, но это будет не так реалистично. И если заменяете на мелкие тычинки, то выбирайте самые-самые мелкие, которые только могут быть. И, естественно, подбирайте либо желтый цвет, либо окрашивайте красочкой. Нам нужно подготовить фоамиран для наших цветочков, для самих лепесточков. Нам для этого потребуется зефирный фоамиран. Берем небольшой отрезочек, и сейчас мы его с вами будем просто истончать на утюге, как это мы уже с вами делали. Прикладываем фоамиран к утюгу, хорошенечко прогреваем и растягиваем. Держим до тех пор, пока фоамиран полностью не остынет, для того, чтобы у нас не образовывались какие-то некрасивые складочки. Вот, смотрите, у нас получается ровненький, красивый кусочек фоамирана и очень тонкий. Срезаем сейчас лишнее все с него. И нам нужно будет нарезать получившийся отрезок на полосочки шириной 1 сантиметр. 1 сантиметр – это мы будем с вами делать размер цветочков на нашем имбирисе. В природе, в соцветиях цветочки достигают 1,5 сантиметров. Это максимальный их размер. Поэтому сантиметр, полтора, где-то делаем полосочки наши. И затем по шаблончикам, которым я вам дала, вырезаем цветочки. Нам потребуется для одного ибериса минимум 15 цветочков. Я буду в своем делать 15, покажу вам с 15 цветочками. При желании вы можете делать гораздо большее количество цветочков. Сейчас на вот этих полосочках мы с вами рисуем, обводим заготовочки, которые я вам давала. Вырезаем их и встретимся уже на этапе тонировки. Я вырезала наши цветочки, вырезала 15 штук. Еще хочу обратить ваше внимание, что я вырезаю все цветочки без шаблонов, то есть я вырезаю полностью от руки, как рука возьмет. Девочки, которые со мной давно работают, они знают, что я приверженец того, что лепесточки лучше делать различные по форме, и в этом плане вырезать не по шаблону, а вручную очень помогает вот этот именно прием. Лепесточки получаются немного разные, и тогда, соответственно, цветочек получается более живой. Если вам сложно работать без шаблонов, вырезайте по шаблонам. Мы приступаем к тонировке. Для тонировочки своего ибериса я буду использовать три цвета масляной пастели. Это 212, 216 и 259 цвета. Остальные можете также использовать при желании. Можете комбинировать цвета, можете делать более интересные и красивые переходы. Здесь полный полет фантазии. Все наши цветочки мы делим на две группы. В одной у нас будет 7 штук, это будет первый ряд наших цветочков. И второй ряд наших цветочков будет стоять из 8 цветочков. Что мы делаем? Сейчас я беру мелочек номер 216, и им я буду тонировать цветочки первого ряда. То есть, смотрите, наши цветочки имеют вот такую вот неправильную форму. То есть два лепесточка коротеньких, два лепесточка длинненьких. Два лепесточка коротеньких, они у нас будут располагаться ближе, так скажем, к центру нашего ибериса, вот к этим вот бутончикам. Их мы оставляем белыми, потому что мы будем с вами делать переходик плавненький с белого цвета уже к более темному, более такого сине-фиолетовому цвету. На вот этих маленьких лепесточках я буду тонировать только вот эти длинные лепестки. На маленьких цветочках, извините. Можете это делать губочкой, но губкой это опасно, потому что лепесточки очень тонкие, их можно порвать, поэтому советую лучше использовать пальчики.
Для этого мы с вами наносим пастель на пальчики и аккуратненько, потихонечку тонируем часть лепесточков вот этих вот длинненьких пастелью номер 216. Аккуратненько, для того, чтобы не повредить лепесточки. Для того, чтобы был цвет более насыщенный, можно, знаете, каким образом делать? Чуть-чуть мелочек подплавляем на утюге, чуть-чуть включите его слегка, чтобы он нагревался, чтобы не очень был горячий. И чуть-чуть подплавляем мелочек и наносим пастель на лепесточки. Тогда тонировка будет более насыщенная. Вот смотрите, сразу заметно. Сейчас утюг поставлю поближе. Вот, я его включила на небольшую мощность. Отрегулируйте так, чтобы мелочек уже плавился, но не сильно. Чуть-чуть прикладываю мелок и тонируем. Если что-то лишнее будет, немножечко убирайте пальчиком. Распределяю. Вот таким же образом тонируем все лепесточки для первого ряда. 7 штук у нас их. Так, первый ряд мы с вами затонируем, переходим теперь ко второму. Лепесточков мы будем тонировать мелочком номер 212. Здесь нам нужно будет затонировать уже полностью весь цветочек сначала. То есть берем пастель на пальчики и тонируем лепесточки. Серединка у меня остается чуть светлее. То есть прохожусь прямо по краешкам всех лепесточков. Если хотите сделать цвет более насыщенным, то есть, соответственно, несколько слоев. Вот посмотрите, что получается. С двух сторон у нас получается тонировка. И все остальные точно так же проходимся пастелью. Если хотите более насыщенный цвет, то лепесточки можно тонировать до того, как вы вырезали цветочки. То есть сразу тонируйте полосочку фоамирана и потом уже вырезаете лепесточки. А потом уже тонировкой можно будет еще какие-то акценты на края добавить. Тогда у нас основной цвет, чтобы не белый был, например, можно сразу затонировать пастель, например, номер 216 или 254, чтобы был какой-то уже такой слегка розовый оттенок основной. А затем на краешке уже проходитесь вот таким же образом более активными цветами. Так, основная тонировка у нас нанесена, и теперь можно сделать некоторые акцентики уже на самих краешках.
более яркими. Для этого нам снова потребуется утюг. И давайте возьмем пастель, например, номер 259. Вот на этих лепесточках также, смотрите, немножечко ее подплавляем и слегка делаем более яркие краешки. Не обязательно по всем лепесточкам. Можно сделать на некоторых только. То есть, посмотрите, более активные краешки у нас становятся. Не знаю, на видео будет видно это или нет, но при тренировке вы сразу это заметите. Более такие насыщенные по цвету. Можно сделать из этих 7 лепесточков, ну, буквально 2-3 лепестка с более активными краешками, чтобы более интересные эффекты были. Вот таким образом. То есть, посмотрите, в общей массе видно, какие-то у нас ярче, какие-то бледнее. И то же самое вот с этими лепесточками. Но здесь уже снова берем оттенок номер 212. И еще раз более усердно, так скажем, проходимся по краешкам лепестков. Для более интересного эффекта тонировки. Тоже можно не все, некоторые лепесточки пройтись. Вот, оставим так. Посмотрите, они у нас играют уже, лепесточки, очень хорошо. Итак, основная работа у нас проделана. Мы подготовили все элементы, затонировали. И теперь нам осталось немножечко обработать наши цветочки и уже начнем собирать наши берез. Сейчас придадим форму нашим цветочкам, это совсем не сложно. Нам потребуется вот этот вот металлический стек, о котором я вам говорила в начале. Мы сейчас его будем нагревать на утюге и придавать форму лепесточкам. Это делаем для того, чтобы цветочки у нас были не такими плоскими. Как я уже говорила, вот такое полукругленькое основание должно быть. Можно ручкой сделать, можно кисточкой. Но здесь, конечно же, нагреть не получится, просто придавив, так скажем, к ладони, немножечко придать форму. А вот металлический стек, его можно прогреть, чем он хорош, и придать форму, которую фоамиран запомнит 100%. То есть, не прилагая никаких усилий, у нас получится такая интересная форма. Мы сейчас просто прогреваем вот этот вот, полукруглый конечек, и вот этим им просто продавливаем вот так вот лепесточки. То есть, смотрите, они у нас сразу приобретают форму. Какие-то цветочки сильнее, какие-то не очень сильно, то, чтобы они у нас торчали по-разному все в соцветии, и более интереснее выглядел и берез, тогда вот можно по-разному их продавить. То есть, вот, посмотрите, приобретает немножечко форму, не такие плоские лепестки. Точно так же проделываем со всеми остальными цветочками. Прогреваем и слегка продавливаем. Фоамиран очень тонкий, тут в принципе даже от силы нажатия будет эффект, поэтому если нет металлического стека, то можете сделать, например, кисточкой с полукруглым кончиком. Так, мы обработали все наши цветочки, и теперь нам остается собирать наш иберис. Каким образом? Вот на эти подготовленные тычиночки мы сейчас будем с вами надевать наши цветочки. Просто делаем отверстие, протыкаем проволочкой в серединке наш цветочек и аккуратненько продеваем. Вот в этом месте, где я вам говорила, нужно быть аккуратнее, потихонечку подтягивать цветочек вверх до уровня тычинок.
Вот. И фиксируем капелькой клея вот здесь вот сверху. Капаем капельку клея, поправляем форму цветочка, чтобы он у нас на бок никуда не наклонялся, и ждем, пока клей подсохнет. Вот такой цветочек у нас получается. Также нам с вами нужно будет сделать вот здесь вот утолщение. Здесь опять же делать, каким образом делать, на ваш выбор. Либо вот таким же образом наматывать тейп-ленту, чтобы образовалась у нас имитация чашелистика. Либо вот такими вот элементами, как я вам говорила, уже делать чашелистики. Вот они у меня здесь есть, уже маленькие звездочки подготовлены. Либо вот ими. У меня подготовленные есть такие чашелистики, поэтому я сделаю именно таким образом. Если вам удобнее делать вот такую вот имитацию тейп-ленты, можете делать именно так. Точно так же, как мы делали с вами с бутончиками, продеваем нашу звездочку, подтягиваем аккуратненько к бутончику и подклеиваем. Подклеиваем лепесточки по очереди, для того, чтобы все это более аккуратно у нас было. Приклеиваем. И оставшиеся два лепесточка точно так же. Третий и четвертый. Вот. Сейчас подсохнет клей, и при помощи пастеля 232 немножечко тонируем бутончик и подкручиваем, чтобы не торчали складочки. Еще раз говорю, что если удобнее делать тейп-ленты, имитацию чашелистика, то можете делать тейп-ленты. Вот таким же образом собираем все наши цветочки на ножки. То же самое мы проделаем и с лепесточками более темного цвета, который мы будем использовать во втором ряду. Делаем абсолютно то же самое. Прокалываем в серединке наш цветочек, подтягиваем его к тычинкам. Фиксируем капелькой клея. Здесь смотрите, где удобнее, можно фиксировать и с изнаночной стороны. Даем ему немножечко схватиться клеем, чтобы у нас никуда цветочек не дергался. И далее чашелистик. Прокалываем также в центре. Поддеваем к цветочку. Поочередно подклеиваем лепесточки чашелистика. Расправляем цветочек. Вот. И пастелью немножко тонируем
Пиши листик. Тонируем и в то же время поджимаем его, чтобы он не торчал у нас. Немножечко расправляем лепесточки. Вот. И таким образом собираем 8 цветочков для второго ряда нашего ибериса. Итак, цветочки мы с вами подготовили, и нам теперь остается только собрать наш иберис. Для основания мы берем проволочку толщиной 1,6-1,2 где-то миллиметра. И отрезаем от нее кусочек где-то длиной примерно 20-25 сантиметров. Нам это для конвертика будет достаточно, возможно, даже короче придется делать. Листья мы уже с вами, как мы говорили, делать не будем, мы делаем только цветок. И сейчас мы приступаем к вам с вами к сборке. Первое, что нам нужно сделать, это собрать вот эти наши бутончики, такую кучку, так скажем. Собираем их вместе в пучок и распределяем так, чтобы они у нас все были примерно на одной высоте, чтобы никакие выше не торчали, чтобы ниже не западали бутончики. Примерно на одной высоте распределяем все бутоны. Таким вот образом. И теперь при помощи тейп-ленты соединим их вместе. Сейчас нам главное, чтобы они были выровнены по высоте, а потом мы их уже с вами расправим, как нам будет нужно. Я их подкручиваю вот так вот вверх тейп-лентой, затягиваю. Вот. И теперь нам нужно будет ставить проволочку, которая у нас является основанием, между вот этими проволочками, между хвостиками. Вставляем и обматываем тейп-лентой. Сначала просто фиксируем, а потом уже еще следующими слоями тейп-ленты мы с вами все это окончательно скроем. Зафиксировали. Вот получается наша серединочка. Можно ее собрать более компактно при желании. Можно наоборот распределить. И то, и другое имеет место быть. Сожмем их чуть покомпактней. На мой взгляд, так лучше смотрится. Вот. И теперь вокруг нашей вот этой заготовочки нам нужно будет распределить бутончики, которые мы с вами делали с чашелистиками. Если вы делали все бутончики без чашелистиков, то просто собираете их в пучок. Сразу. Сразу все. Работу, конечно, можно значительно упростить. Не делать чашелистики, вот эти, которые делала я, а делать их имитацию. Это заметно ускорит работу и упростит. Распределяем по кругу вокруг бутончиков. Бутончики с чашелистиками. Фиксируем тейп-лентой. Делаем пару оборотов для того, чтобы они зафиксировались. И затем по высоте, если это необходимо, отрегулируйте, пока не замотали хвостики вот этих бутончиков. Какие-то пониже опустите, если нужно. Какие-то поднимите. Вот. Сейчас я домотаю хвостики, чтобы они у нас хорошенечко держались. Я опускаю тейп-ленту вниз, для того, чтобы стебелек у нас потом
стебелек был равномерен по толщине. Вот. Снова поджимаю бутончики все. Они у нас по кругу распределились, вот эти с чашелистиками. Вот наша серединочка. Здесь пока расправлять, наверное, нет смысла ничего, потому что потом еще мы будем расправлять цветочки, но компактнее уже стоит их собрать. Вот наша серединка готова. Сборка и берез предельно простая. Мы сейчас далее распределим по кругу вокруг нашей вот этой заготовки, вокруг центра лепесточки, цветочки первого ряда, которые светленькие у нас, и затем лепесточки цветочки чуть ниже второго ряда. Никаких премудростей в сборке нет, сборка простая, в отличие от подготовки всех деталей. Работа здесь действительно ювелирная. И теперь распределяем цветочки вокруг. Делаем это примерно на одном уровне с бутончиками. По высоте я имею в виду. Ставим цветочки. Их можно будет, конечно, потом еще поворачивать. Наверное, стоит лучше сразу тейп-лентой фиксировать. Прям буквально по полоборота делать, чтобы цветочки у нас уже никуда не делись. Напоминаю, что вот эти светленькие лепесточки мы с вами располагаем лицом, так скажем, к центру. То есть светлые у нас лепесточки смотрят на бутоны. Так. Сейчас они немножко неровно встают, но они потом расправятся у нас с вами. Не переживайте за этот момент. Напоминаю, что в первом ряду у нас 7 цветочков. Можете делать гораздо больше, я вас не принуждаю. Так, посмотрите сейчас. Распределяем немножко цветочки и смотрим, куда нам поставить вот седьмой. Сейчас я распределю. Немного неудобно снимать и показывать, и собирать, и объяснять. Но мы сейчас все с вами сделаем. Вот. Последний прикрутила. И фиксирую хорошенечко тейп-лентой. Обрываю. Можно расправить сейчас, можно расправить после того, как мы с вами вот так вот согну, чтобы было видно. После того, как мы с вами подклеим, подкрутим, вернее, цветочки второго ряда. Вот, смотрите, что получается. И сейчас мы здесь просто на этом этапе распределите, чтобы они у нас равномерно по кругу располагались. А потом мы уже с вами их подогнем так, как нужно. Мы их немножечко в стороны оттянем, чтобы они у нас были более объемные. Так, вот что сейчас получается. Они у нас примерно на одном уровне, и цветочки, и бутончики по высоте. Так, вот. И сейчас прикручиваем второй ряд наших цветочков. Чуть-чуть смещаем вниз, прям доли миллиметров. Доли миллиметра. Чуть-чуть смещаем вниз и подкручиваем второй ряд
цветочков. Напоминаю, что во втором ряду у нас с вами 8 цветочков. Распределяем по всей окружности, а затем мы с вами их еще раз расправим. Распределили цветочки. Сейчас фиксируем этот все тейп-лентой, чтобы у нас ничего никуда не отходило. Сейчас распрямлю цветок. Сейчас у нас все это немножечко скучковано. Мы сейчас все с вами расправим. У нас получается естественное утолщение стебелечка за счет того, что у нас в верхней части стебелька располагаются ножки от всех наших цветочков, соцветия. И теперь можно уже широкой тейп-лентой заровнять весь наш стебелечек. С хорошим натяжением начинаем обматывать стебелек. Там, где получилось неравномерно, тейп-лентой можно выровнять толщину. Еще такой момент: для того, чтобы у нас затем хорошо цветочки вставлялись в основание, в конвертике, оставляйте кусочек проволочки, для того, чтобы хорошо потом зафиксировать цветы в конверте. Подтягиваю почти под самый краешек, вот смотрите, и последний слой тейп-ленты опускаю вниз. Немножечко замялась, сейчас я расправлю. И обрываем тейп-ленту. Вот у нас получается наш ирис. Он сейчас немножечко у нас скучкован. Мы его будем распределять. Немножечко раздвигать цветочки в нашем соцветии. Я это делаю при помощи обычных ножничек. То есть смотрите, сейчас мы выбираем цветочки второго ряда. То есть я их отгибаю прямо вниз, для того, чтобы потом все равномерненько распределить. Вот я их вниз убираю, темные цветочки у нас, которые во втором ряду располагаются. Вот. Так, и вот этот. Да, все 8. У нас получается, они сейчас смотрят вниз, мы их потом подогнем как надо. А теперь вот эти цветочки я, смотрите, делаю небольшой уголочек. Вот такой вот. То есть немножко от центральных бутончиков убираю цветочки первого ряда. Немножко вот, посмотрите, загибаю уголочки. И тем самым у нас цветы немножечко отходят от бутонов. Распределяем все равномерненько вокруг бутончиков. Бутончики здесь тоже можете поправлять, как вам хочется. Можете их покучнее сделать. Можете наоборот рассредоточить, распределить. Распределили цветочки в первом ряду. И теперь то же самое мы делаем с цветочками во втором ряду. Вот посмотрите, как это сейчас выглядит. Точно так же подгибаем с уголочком. Сейчас их немножечко отогну. Делаем небольшой уголочек и подгибаем. Соцветия у нас распределяются по типу зонтика.
То есть вот такой полусферкой будут эти цветочки. Вот. Примерно вот таким образом. Немножечко их вытянем, чтобы было видно. Обязательно сверху смотрите на свои цветочки. Вот таким образом. Снадочка. И сбоку. Уголочек мы этот делаем для того, чтобы цветочки у нас смотрели вверх. Не в сторону, а вверх. Поверните цветочек лицом к себе и распределите еще раз хорошенько все цветки. Вот, собственно, и все. Работа над ибисом у нас закончена. Вот, посмотрите масштаб цветочка. Сейчас вам для сравнения покажу фотографии, которые я снимала этим летом. Живым ибисом. Вот такие у нас замечательные цветочки получаются. Несмотря на то, что делать их довольно сложно, я вам предложила несколько вариантов, как можно упростить задачу себе. Это заменить, например, тычиночки на самые мелкие тычинки или заменять вот эти вот чашелистики на просто обмотку тейп-ленты. Это в любом случае работу ускорит. Но, тем не менее, цветочки получаются очень оригинальные, и буквально 2-3 цветочка вот таких вот ибериса, собранных рядышком в любой композиции, сделают акцент на себе и дополнят очень интересную композицию. Будет совсем нестандартно, очень необычно и оригинально. Итак, для тех, кто не боится трудностей, жду ваших работ в конкурсных альбомах. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, по мастер-классу все вам будет понятно. Если что-то будут какие-то вопросы, обязательно обращайтесь, я вам подскажу. Итак, иберис наш готов. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Буду ждать очень вашей работы.